жертва и P2P трейдер. Тебя тоже мошенник попытался обмануть. Конкретные примеры, когда дело доходило до суда. Ему поступил платеж в виде миллионов по той же схеме треугольник. К нему приехали домой, сделали обыск, забрали компьютер, телефоны. У многих людей есть такое заблуждение, что их там закроют, посадят там, и тому прочее. Всем привет! В арбитраже, да и в принципе в целом при покупке и продаже криптовалюты происходят различные фокс-мажорные обстоятельства. И в этом видео мы разберем некую ситуацию, некое даже понятие, да, под названием «треугольник», которая пугает многих людей, потому что это, скажем так, неприятная ситуация, которая может случиться абсолютно с каждым человеком. И в этом видео мы расскажем, что нужно делать в той или иной ситуации. Также на примере Раиля рассмотрим тоже, что он делал, да, попавшись под, скажем так, некий обман, некое мошенничество. И, в общем, прям расскажем подробно, да, что нужно делать, если вдруг вы попали под это. Раиль, привет! Привет, Роман, всем привет! Давай, во-первых, разберем, что такое вообще треугольник. Максимально вкратце своими словами. Мошенническая схема «треугольник». В треугольнике участвуют три человека, поэтому мошенническую схему называют «три угла», все. Получается, пример. Три человека у нас участвуют. Это мошенник, жертва и P2P-трейдер. Мошенник выкладывает в доске объявление Авито с объявлением на продажу айфона по низу рынка по срочности. Цена на 50% ниже от рынка, условно. И он спрашивает предоплату за этот айфон, так как... Срочно нужно продать, да? Есть срочность, есть потребность в деньгах. Да, потребность в деньгах. Получается, списывается в Телеграме либо в WhatsApp, он отправляет, начинает рассказывать, типа, вот я нахожусь, условно, там, в городе Москва, так-то, так-то, встретиться я прямо сейчас не могу, но через час, если вы внесете предоплату, я пойму то, что вы купите мой iPhone, мы с вами встретимся, и я вам продам. Мошенник, получается, создает сделку с P2P-трейдером на покупку, условно, биткоинов, либо USDT Tether. Возьмем сумму 20 тысяч рублей. Мошенник создает сделку в Binance, копирует реквизиты номера карты P2P трейдера, отправляет эти реквизиты жертве, чтобы жертва оплатила за iPhone. Получается, жертва проводит оплату в виде 20 тысяч рублей, отправляет чек, получается, мошеннику. Мошеннику. А мошенник этот чек отправляет P2P трейдеру и заявляет, что вот я оплатил за криптовалюту. Да. P2P трейд видит то, что деньги поступили, и отпускает сделку. Мошенник у нас остается при бесплатных биткоинах, жертва остается без своих денег, а P2P трейдер получает либо заявление в полицию, либо блокировку карты. Все, вот. В целом ситуация понятна. Хорошо, давай разберем на конкретно твоем примере. Как я понимаю, у тебя был похожий пример, связанный с тем, что тебя тоже мошенник попытался обмануть. И что было в такой ситуации, как вот эта вся схема, она произошла? Что произошло дальше? Что произошло? На площадке TotalCoin я выставил объявление о продаже биткоинов. Я был неопытен, потому что в условиях сделки у меня не было такого, что нужно предъявлять фотокарты на фоне сделки. Ну, мы позже об этом поговорим. В общем, я был без опыта работы, но я начал погружаться в P2P арбитраж. Мне приходит оплата в виде 60 тысяч рублей. Я вижу, оплата пришла, отпускаю сделку. Через какое-то время, по-моему, в районе месяца прошло, мне приходит сообщение от полиции. Говорят, вот так-то, так-то вам. Куда приходит сообщение? В WhatsApp приходит сообщение, а деньги поступали мне на мою личную карту в Сбербанк. Вам переводили 60 тысяч рублей такого-то числа. Я такой весь испуганный, думаю, вау, что случилось? Да я говорю, да, перевозили. Вот мы с такого-то города, нам поступило заявление, то, что вы обманули человека. Посоветовавшись с более опытным трейдером, это происходило год назад, он мне посоветовал не скрывать то, что ты занимаешься P2P арбитражом, так как у тебя есть сделки в TotalCoin, то есть вот на 60 тысяч рублей на ты бирже. Продал... На бирже. Ты можешь показать сделки, что у тебя произошла сделка в целом, все легально. Ты продал криптовалюту. Так, хорошо. Я предоставляю сделки полицейскому. Они удостоверились в том, что я не являюсь мошенником. Подожди. Сделки ты как предоставил? Сделки ты сделал скриншоты, получается, просто... с личного кабинета. Да, и отправил их в WhatsApp, да? Человеку. Да, так. Да. Дальше что было? Больше вопросов ко мне не было. Благо, у меня все обошлось. Но бывает такое, что тебя могут вызвать в отдел полиции и предоставить сделки в виде PDF-формата, в TotalCoin в PDF-формате сохраняются сделки. Показать то, что на самом деле была сделка,
пока ты никого не обманывал, и ты получил средства за продажу биткоинов. Вот. Ошибка P2P-трейдеров в том, что они боятся говорить полицейским, что занимаются криптовалютой, ну, то есть P2P-обменом. Этого бояться не стоит, так как это легально, и нужно предоставлять сделки полицейскому при таком случае. Хорошо, Раиль, но эта ситуация случилась еще год назад, и, скажем так, в ней, ну, у тебя не было каких-то последствий, потому что, наверное, сумма была не такая большая, и с другого города человек был, они, похоже, особо не заморачивались. Может быть, ты слышал какие-то конкретные примеры, когда, ну, дело доходило до суда там, или каких-то там других осложнений, когда это не просто сходило на нет, а что-то происходило тут такое прям, ну, жесткое, да? Есть ли такие примеры у тебя? Да, у меня, то есть мое окружение, они тоже P2P-трейдеры. Моему приятелю поступил платеж в виде 1 миллиона, это предоплата за авто, автомобиль BMW 3, по-моему, по низу рынку продавался. Ему поступил платеж в виде миллиона по той же схеме треугольник. У него хотели купить машину. К нему приехали домой, сделали обыск, забрали компьютер, телефоны. Он отчитался по сделкам, все объяснил, сказал то, что он продавал криптовалюту. В деле он остался свидетелем, но до суда все это не доходило. То есть он отчитался сделками, предоставил выписку с... Слышно, ты меня добежишь, да? Да. И так. Все, обошлось, но ситуация неприятная. Не, ну хорошо, но у него конфисковали миллион или нет? Нет, не конфисковали. А, не конфисковали. Ну, это на самом деле очень здорово, потому что у многих людей есть такое заблуждение, что они там попадут, да, под это, и, в общем, их там закроют, посадят там, и тому прочее. Ребят, на самом деле все, еще раз говорю, не так страшно, как это выглядит. Бывают разные ситуации, но вот из того, что подчеркнул Раиль, тут самое главное не бояться говорить, что вы, ну, продаете криптовалюту. То есть вы же именно это и делаете в целом, да, и тут бояться ничего не стоит. Нелегального вы абсолютно ничего не делаете. И это очень важный момент. Какие рекомендации, Раиль, ты можешь дать новичкам, которые вот только-только заходят в P2P, которые слышат, да, постоянно этот шум, что там кого-то заблокируют, там кого-то могут арестовать, там может еще что-то произойти. Какие ты можешь дать рекомендации, как, ну, максимально себя обезопасить? Понятно, что 100% себя никто от этого не обезопасит. Под это может попасть абсолютно любой человек в целом, да. Но вот какие-то, может быть, рекомендации, исходя из твоего опыта, они есть. Расскажи, пожалуйста. Первое – это в условиях сделки обязательно указывать то, что если вы отправляете от третьего лица перевод, обязательно указывать комментарии, условно там Binance, сделка с твоим ником, например, Irokin, USDT. Еще фото карты на фоне сделки, второе условие, то есть сделка о покупке USDT либо биткоина, либо другого криптоактива. И указывать карту, условно, там 4 последние цифры. И либо запрашивать это все в видеоформате. То есть у нас стоит сделка. На Binance разве можно такое сделать? Ну, можно перевести диалог с Binance в Telegram. Ну, хорошо. Ну, наверное, по факту так мало кто делает, да? То есть мало, так сильно заморачивается, да, этим. Но это будет максимально безопасно, да, в принципе, в целом. Да. Это будет максимальная безопасность, потому что в случае чего вы вот реально можете показать такой пруф. Но, скорее всего, так есть смысл делать, когда у вас проходят большие суммы в целом, да? На покупку. Да. То есть тогда, когда у вас проходят большие суммы, конечно, есть смысл заморочиться. Если продавец идет на контакт, то перевести его в Telegram или в тот же самый WhatsApp, правильно? Попросить его, да, чтобы он сделал видео, и чтобы он что показал на видео? Фото карты на фоне сделки, то есть цифры карты на фоне сделки должно быть то, что он у тебя покупает криптовалюту. Ну, то есть да, то есть просто снимет видео, покажет часть карты и покажет тот же самый там Binance, словно говоря, что на Binance вот проходит эта сделка. И тем самым вы себя максимально обезопасите от того, ну, от такой подобной ситуации в целом. Но если человек начинает как-то соскакивать и говорит, что нет, мне это не интересно, то это уже вызывает некое подозрение, да? А, хорошо, вообще, ты бы от какой суммы так заморочился, так бы сделал? Я бы, наверное, от 300 тысяч рублей так сделал бы. Но бывает такое, то, что сделок у меня очень много, и даже от 300 тысяч я не заморачиваюсь, не спрашиваю фотокарты на фоне сделки. Но от миллиона я бы 100% запрашивал фотокарты. Ну да, но это нужно понимать, что у тебя, Раиль, еще большой опыт в сделках, а ты их проводишь там, ну, в день, там, сколько ты можешь день провести? 50-100 сделок. Хорошо, Раиль, если есть что добавить, добавь, пожалуйста, и будем заканчивать. В общем, когда вас могут вызвать в полицию, если вы попадете, не дай бог, в такой случай, вам не нужно никого обманывать. То есть полицейским вам нужно сказать, то, что вы занимаетесь P2P-арбитражом, у меня есть сделки, я продавал криптовалюту,
и за это я получал фиат на свою карту. Еще не нужно лениться в условиях сделки обязательно указывать, что могу запросить фотокарты на фоне сделки при переводе от третьих лиц. Все, больше добавить нечего. Желаю, чтобы было меньше треугольников. Все, спасибо тебе большое, Раиль. Хорошо, все, ребят. На этом это видео подходит к концу. Также переходите в наш телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под этим видео. Там мы публикуем актуальную свежую информацию в сфере P2P. И на этом все, ребят. Всем профита, всем успехов и всего самого наилучшего. Всем пока.